Стук колес, задушевные разговоры, и снова поезд мчит нас в горы и в другую жизнь, царство ветра, снега и скал, которые станут твоим домом на ближайшие 10 дней. Каждый раз задаешь себе вопрос, а зачем все это? Ведь дома так уютно и комфортно, там ежедневно нас кормят и любят. Но вопреки всему, мы снова пакуем рюкзаки и едем к черту на рога, подальше от цивилизации, туда, где не ловит телефон, нет экранов с лишней информацией, туда, где можно просто побыть наедине с самим собой и задуматься о чем-то действительно важном. В лыжном походе своя романтика, ведь чтобы согреться, нужно полдня корячиться с рюкзаком. Но стоит остановиться, как сразу покрываешься корочкой льда, а после трудового дня всеобщими усилиями нужно поставить палатку и еще обнести ее ветрозащитной стенкой. И строишь ее с каким-то мальчишеским азартом, с головой окунаясь в детство, вспоминая игры в снежки и штурм снежной крепости под звонкий смех. Нас заставляет идти вверх, переступая через себя, не чуя страха и усталости. Наверное, желание почувствовать себя мужчиной, доказать себе, что можешь, или просто проверить себя на вшивость. Человек – существо ленивое по своей природе, и прогресс современного мира ведет к автоматизации и облегчению нашего труда и досуга. А в походе мы попадаем в мир далеких предков, где любая прихоть дается интенсивной физической работой. Здесь ценности меняются, начинаешь замечать красоту в мелочах.